Волейбол – любимый, почитаемый сотрудниками правоохранительных органов вид спорта. И так как он, к тому же, завершал круглогодичную спартакиаду, то команды особо настраивались на игры, мечтали добыть победу, которая стала бы отличным подарком к Новому году коллективу физической культуры своего подразделения. Сегодня проводится чемпионат Мозырской городской оргструктуры «ФСО Динамо» по волейболу среди подразделений правоохранительных органов Полесского региона. Это заключительный вид круглогодичной 23-й по счету спартакиады. Лидером данной спартакиады является по четырем видам проводимых. Это Мозырский отдел департамента охраны. На втором месте Мозырский погранотряд и на третьем месте команда Ленинского РУВД. Значит, сегодня лидером данных соревнований очень хорошую игру показывает Мозырский отдел департамента охраны. И, в принципе, вероятные прогнозы, что он и станет победителем нашей спартакиады. У лидеров и потенциальных чемпионов, у одного из представителей этой команды, мы и взяли интервью в преддверии полуфинальных игр, где сборная Мозырского отдела департамента охраны встречалась за выход в финал с соперниками из Житковичского РУВД. Вы знаете, спорт – это маленькая такая ячейка для достижения высоких целей. Если в спорте будет все хорошо, значит и в службе будет все хорошо. Как понятно из титров, команда Мозырского отдела департамента охраны завоевала первенство спартакиады. Но вот в волейбольном первенстве эта команда осталась на втором месте. Золотые медали волейбольного тура у представителей Ельского РОВД. Третья позиция у команды ИК-20. Лучшим игроком турнира был признан Владислав Тимощенко из команды победительницы. А что до общего за счета круглогодичной спартакиады, то, как мы уже сказали, команда Мозырского отдела департамента охраны, начальник отдела Владимир Станиславович Ранчинский, на первом месте. У этой команды победа в практической стрельбе среди руководителей КФК, вторые места в мини-футболе и волейболе, два третьих места в практической стрельбе и рукопашном бою. На втором месте в общем зачете Мозырский погранотряд, командир Олег Анатольевич Эйбатов. У этой команды победа в мини-футболе и рукопашном бою. Наконец, третье место спартакиады завоевала команда Ельского РВД, начальник отдела Глеб Дмитриевич Яцухно, которая, имея третье место в мини-футболе, именно благодаря успеху в волейбольном первенстве взошла на пьедестал почета общего зачета 23-й спартакиады Мозырского ГосБФСО «Динамо» по служебно-прикладным и массовым видам спорта среди подразделений правоохранительных органов.